У нас дождь. Привет. С вами Света. Вчера я выставляла видео. Соседи делают ремонт. Прошу прощения. Где я ставила черенки роз на укоренение. И сегодня я хочу вам показать результат. Результат моих черенкования роз. Вот такие. Вот это еще цветет. Видите? Это будет очень фиолетовая роза будет очень большая. Вот из такой палочки. Вот. Я хочу их просто обрезать. Сегодня, наверное, не буду. Посмотрите, какие грибы у меня растут в юбке. Вот. Ну, допустим, вот эту розу, да? Нам надо ее на зиму обрезать. Вот. Мы сделаем так вот. Покажу вам коротко. Вот. Вот так вот. Вот это обрезаем, оставляем вот это вот. Вот. Все. Оно весной начнет вам пускать новые ростки, и будет все классненько. Или вот эту, сейчас я вам еще одну покажу. Вот так вот я обрезаю. Так, не хочу, чтобы она упала куда-то там. Вот. Посмотрите. Буквально вот все такое вот. И все. Удалили лишнее. И вот они обрезанные. На следующий год они уже будут цвести. Вот эту тоже вот большую обрезаете. Оставляете только самое маленькое, необходимое. Эти листики все облетят зимой. Вот так вот я обрезаю их. Они укоренились прекрасно. Таким образом можно вырастить очень много роз. Я желаю вам всем удачи. Попробуйте, и у вас все получится. Хорошего дня вам. Пока-пока.